Консиліум вітає своїх телеглядачів, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про найцінніше, що є у нашому житті, а саме про дитячу усмішку. Що робити для того, щоб вона завжди була здоровою та красивою? Про це все поговоримо сьогодні. А зараз новини медицини. Мобільні бригади для проведення діагностики коронавірусної інфекції COVID-19 на дому створені в Одесі в структурі міського центру невідкладної медичної допомоги 1550. Медики мобільних бригад будуть проводити тестування за допомогою експрес-тестів і забір біоматеріалу для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні і самоізоляції. Направлення бригади до пацієнта для проведення діагностики COVID-19 буде проводитися на підставі звернення сімейного лікаря, педіатра, лікаря-консультанта кол-центру 1550 або медпрацівника Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Автомобілі, виділені для роботи мобільних бригад з діагностики COVID-19, будуть піддаватися дезобробці. Медики і водії автомобілів невідкладної допомоги, які виїжджають до пацієнтів з підозрою на вірус, будуть отримувати додаткові доплати за роботу з ліквідації захворюваності на коронавірусну хворобу. Враховуючи всю складність ситуації і напруженість роботи медпрацівникам, які беруть безпосередню участь у лікуванні пацієнтів з COVID-19, встановлені додаткові муніципальні надбавки в розмірі від 5 до 10 тисяч гривень щомісяця, залежно від навантаження, спеціальності та іншого. Муніципальні надбавки з міського бюджету отримуватимуть не лише лікарі, а й інші працівники медичних закладів, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19. Наразі розрахунки по виплатах практично завершені. Передусім, рішення про виплату муніципальних надбавок стосується всіх співробітників Одеської міської клінічної інфекційної лікарні, яка визначена госпітальною базою першого етапу надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Крім того, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 759 від 31 березня 2020 року, з березня поточного року медики, задіяні в лікуванні COVID-19, будуть отримувати доплату з державного бюджету в розмірі 3 посадових окладів протягом усього періоду проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію і ліквідацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19. Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 162 немовляти, серед яких 5 пар близнюків. Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 84. Також за тиждень побачили світ 78 маленьких одеситок. Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку номер 7, де на світ з'явилися 43 малюки. Отже, тема сьогоднішнього випуску – дитяча стоматологія. А допоможуть нам з вами у цьому наші експерти. Експерти у студії. Олена Приступ, лікар-ортодонт першої категорії, дитячий лікар вищої категорії державної та приватної клінік, лектор приватного учбового центру. Та Олена Шапіро, лікар-стоматолог дитячий вищої категорії, завідуюча дитячим відділенням стоматологічної поліклініки номер 5 Одеської міської ради, член Асоціації стоматологів України. Доброго вечора, доброго вечора. Рада вас бачити у нас в студії. І перше запитання в мене, Олено, буде до вас. Скажіть, будь ласка, на протязі останніх 2 десятиліть привертає до себе увагу зрост захворювань на дитячу стоматологію, а саме різкий ріст захворювань на карієс, особливо у странах з економічним високим розвитком. Чому так та яка ситуація у нас в країні та в області? Это действительно так. Можно любой стоматолог подтвердить. Связано это с тем, скорее всего, что
Мы становимся ленивыми в плане жевания. Точно так же становятся ленивыми в плане жевания и наши детки. Все протертое, все покупное, всякие ешки в еде. Все это вредит деткам. Во-первых, это вредит в первую очередь развитию правильного прикуса. Во-вторых, это вредит зубам из-за того, что они не исполняют свою функцию, заданную природой. Ребенок должен жевать в период формирования молочного прикуса, временного прикуса и постоянного. Чем активнее ребенок жует, тем активнее развивается его зубочелюстная система, что и заложено, собственно, природой. А если природа чувствует, что зубы не нужны, все протертое, все чистенькое, все мягенькое, зачем они нужны? Тогда поражения идут. Ну и, конечно же, ухудшается немножко, не столько внимания, вернее, уделяется, наверное, гигиене полости рта, а также химия. Она сказывается на этом. Зрозуміло. А Олена, скажіть, будь ласка, чи існують якісь терміни щодо початку прорізування зубів у дитини? І чи повинні батьки звертати увагу на те, що у дитини немає ще зубів? Конечно, есть сроки прорезывания зубов. Молочные зубы начинают выходить с 6 месяцев, и до 2,5-3 лет должны прорезаться все молочные зубы. Задержка в прорезывании возможна. В основном это, конечно, следственные факторы играют роль в прорезывании зубов, но также у нас есть информация о том, что и наблюдение, что у женщин, у которых протекал токсикоз во время беременности, в 2 раза позже выходят молочные зубы, начинают прорезаться. Заболевания ребенка играют роль. Рахит. Тоже задержка прорезывания и эндокринные заболевания, гипотиреоз в частности. Смена постоянных зубов тоже обусловлена наследственными факторами, и она проходит, начиная с 6 лет до 8 лет. Начинает меняться передняя группа зубов, то есть резцы. Молочные меняются на постоянные. Задержка прорезывание постоянных зубов возможно, если была потеря по показаниям этих зубов, кариес, его осложнения, и не было протезирования этого места, то возможно задержка прорезывания постоянных зубов. Ну и точно так же влияет, опять же, рахит, то есть неполноценное, несбалансированное питание и эндокринные заболевания. То есть, если батьки видят відсутність зубов, это має их трішки налякати, и они обовязково мають звернутися до дитячого лікаря-стоматолога. Конечно. И уже дальше по ситуации врач-стоматолог будет назначать обследование, либо наблюдение, уже будет зависеть от ситуации, в каком возрасте обратились и каких зубов не хватает. Есть также, что некоторые зубы не закладываются. Молочные зубы, очень редко такое бывает, до 1% всего лишь всех случаев. Постоянные зубы, все больше и больше закладок могут не иметь, и это 6% на данный момент, а бывает и больше. Тобто це вади розвитку такі? Да, это не совсем так можно сказать, но это действительно это эволюционное развитие наших челюстей. Мы, как говорила уже Елена, что мы все меньше и меньше жуем, поэтому некоторые зубы нам перестают быть нужными. Зрозуміло. Тобто це такий шлях до еволюции, да, так? Да. Хотелось бы еще дополнить коллегу, что раннее удаление зубов может привести как к задержке прорезывания, так и раннему прорезыванию зуба постоянного, который еще не полностью сформировался. Это приводит тоже к очень плохим последствиям. Не минерализованная эмаль быстро портится, и эти зубы тоже очень быстро пропадают, и, в общем-то, может быть, даже приходится их удалять. Скажіть, будь ласка, а що таке правильний прикус? І чи має він якесь естетичне значення? Да, я Олена? Думаю, коллега скажет. Да, правильный прикус играет очень большую роль, потому что если у нас идут нарушения прикуса, у нас могут быть нарушения и действия желудочно-кишечного тракта, работы желудочно-кишечного тракта, а в дальнейшем это сказывается в нашем внешнем виде, ну и у этих людей намного быстрее появляются признаки старения внешние. Мы уже, я пришла от детей ко взрослым, но это все, мы начинаем с детей, но мы взрослеем. Правильный прикус, что это такое? Это смыкание всех
всех зубов верхней челюсти со своими антагонистами на нижней челюсти. При этом жевательная эффективность пережевывания пищи будет высокая, и будет гармоничный вид лица при этом, и не будет болезней желудка, не будет нарушений происходить то, что у нас может происходить, что у нас ведет нарушение в ЖКТ, и отражается на нашей коже. И это все следствие, казалось бы, вот просто прикуса. Знаєте, коли готувалася до нашої телепрограми, я прочитала такий факт, що неправильний прикус може якось впливати на формування постави, так чи, да. чи ні? Это так, это очень взаимозависящие две единицы. Осанка и прикус, они друг на друга влияют. Если осанка плохая, не будет идти развитие нормального прикуса. Если прикус по какой-то причине ухудшается, будет искривление позвоночника, будет идти с этой стороны тоже изменения в патологическую сторону. Тобто це дуже важливий такий етап у формуванні життя дитини, так? На майбутнє. Так, це дуже важливо. І коли ко мені приходять мами з дітьми, якщо я бачу проблеми з осанкою, я починаю іменно з цього. Направляю до хірургу, до смежним спеціалістам, тому що це дуже важливий факт. У нас організм зв'язаний не тільки через позвоночний стовп, але й через мишці, які від лиця крепляться до шиї, до спини. І це все впливає друг на друга в розвитті. Добре. А зараз давайте подивимось невелику медичну довідку щодо етапів формування прикусу. Прикус зубів – це особливість змикання зубів верхнього ряду з нижніми. Прикус формується поетапно. З моменту появи дитини на світ до півроку. Формування зачатків зубів у дитини починається задовго до появи на світ – ще в утробі матері. У 6-8-місячної дитини прорізаються першими різці. Це початковий етап, коли формується молочний тимчасовий прикус. Від півроку до 3 років на цьому етапі відбувається активне зростання і розвиток щелеп. За цей період у дітей повинні прорізатися 8 різців, 4 ікла і 8 молярів. У 3-4 роки у дитини активно формуються кісткові структури щелепної системи зубів. 6-12 років молочні зуби замінюються постійними. У дитини з 6 років починається процес розвитку змінного прикусу. На цьому етапі зубним дугам потрібно вмістити в собі замість 20 зубів 28, до того ж більших за розміром. Тому при затримці розвитку зубощелепної системи постійним зубам може не вистачити місця. І як результат, прикус у дитини сформується неправильно. У 12-15 років формується постійний прикус. Етап розвитку постійного прикусу триває аж до 24 років, до моменту появи останніх постійних молярів – зубів мудрості. У ортодонтії зубний ряд у дитини називають змінним до 13-14 років. Фахівці попереджають, що будь-які відхилення в цьому тривалому і складному процесі можуть сприяти формуванню оклюзії. Всі згадані етапи розвитку є важливими для правильного формування прикусу. Звичайно, усунути проблему можна в будь-якому віці. Однак на цих стадіях найлегше і швидше лікувати і виправляти патології. Олено, скажіть, будь ласка, а чи може довготривале використання пустушки якось впливати на розвиток прикусу? Конечно, это очень серьезная вещь, потому что ребенок рождается с инстинктом сосания. И это у него отражается на приеме пищи. Поэтому применение соски пустушки должно быть дозированное. И это должно назначаться в зависимости от эмоционально-психологического поведения ребенка. А также если он укорачивает время приема пищи с нуля до 6 месяцев, то после того, как он закончилось кормление, можно давать на 5-10 минут соску-пустышку этому ребенку. С 6 месяцев начинает угасать этот Флекс. Синдром сосания. Да. И уже с 6 месяцев, когда у нас появляется в обиходе у малыша чашка, ложка, нужно все меньше и меньше давать соску-пустышку.
пустышку и к 12 месяцев постараться ее убрать из обихода ребенка. Потому что после 12 месяцев начинают прорезаться все больше и больше зубов молочных, и это будет влиять на формирование их соотношений между собой. То есть это спокій, але тимчасовий. Да. Все має бути дозовано. Да. Да, но это все равно надо, потому что, опять же, если ребенок не удовлетворит вот этот вот свой процесс, вот это свое желание, он будет брать палец, рот, язык сосать, еще какие-то предметы тянуть. Поэтому нельзя сказать, что это не, нельзя давать или не надо, но это должно быть дозировано и должно быть под наблюдением. Олена, чи згодні ви з думкою нашої колеги? Совершенно согласна, потому что сосательный рефлекс у ребенка новорожденного – это самый основной рефлекс. И если он будет не удовлетворен, тем более, если ребенок будет искусственник, через соску очень легко тянется молочко, с груди оно потруднее, там они полностью удовлетворяют свой рефлекс, устают и засыпают, то, конечно, правильно сказала Лена, что если ребенок питается искусственно питается через сосочку, то нужно давать на 5-10 минут пустышечку, а дальше нужно от нее потихонечку после 6 месяцев к годику отвыкать. Зрозуміло. Олена, скажіть, будь ласка, а які існують види деформації прикусу і чим вони зумовлені? Да, есть несколько видов, и они не всегда бывают ограничены только этим названием. Чаще всего они сочетаны между собой. В нашем регионе, в нашей стране чаще всего встречается дистальный прикус. 65% случаев аномальных – это дистальный прикус. Для его развития как раз способствует вот это неправильное питание. Перетертая, протертая пища мягкая, пустышка длительное время. Это все сдерживает рост нижней челюсти. Конечно, здесь и наследственные факторы играют роль, но вот эти вот вредные привычки это усугубляют и не дают развиваться. Потому что... Якщо батьки намагаються допомогти своїм дітям, це не завжди на користь, так? Да, да. Очень часто ко мне приходят мамы с детьми и говорят, это не из нашей семьи, у нас ни у кого такого нет. Я смотрю на маму и ставлю ей такой же диагноз. Но в то время, когда она развивалась, было больше, более правильного питания, жесткой пищи, больше яблоки ели они, бананы, ну, более жестко пережевывалось. И у нее этот диагноз просто компенсированный, а ребенок уже усугубленная идет, потому что пища у нас более другого вида. Мы все облегчаем себе нашу жизнь, все мамочки, и с искусственным питанием и с другими разными моментами, но это все остается на... А окрім дистального, який ще існує? Да, есть еще открытый прикус, и на его развитие тоже способствует и вовремя неубранная соска-пустышка, либо какие-то психоэмоциональные нагрузки у ребенка, из-за чего он берет и успокаивает себя пальцем, и сосет палец, либо язык сосет. В том числе неправильное вот положение ребенка во время кормления тоже играет роль и отражается на развитии зубочелюстной системы. Кроме открытый прикус, он встречается не так часто, до 10% его встречается, но он очень часто сочетанный именно вот с дистальным прикусом. Есть еще вариант мезиальный прикус. Мезиальный прикус – это тоже положение нижней челюсти, но это положение это обусловлено следственными факторами, но опять же, они ухудшаются неправильным кормлением, неправильным поведением родителей во время развития ребенка. Зрозуміло. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми з вами розмовляємо про гарну, красиву дитячу усмішку. Ми вже почали з вами розмовляти про прикус, а далі поговоримо про найбільш розповсюджені стоматологічні патології. А зараз реклама. Тема сьогоднішнього випуску – дитяча стоматологія. І у першій частині нашої програми ми вже з Оленою почали розмовляти про те, які види деформації прикусу існують. І зараз, Олена, я б хотіла у вас спитати про те, яку небезпеку несе у собі неправильний прикус та як можна його скоригувати. Небезпеку несе він, тому що
как я уже говорила, и может быть возникновение неполноценное переваривание, неполное пережевывание пищи, и в желудочно-кишечный тракт попадают более грубые куски, которые должен уже желудок переваривать. Это первое, что. Второе, это, конечно, влияет на внешний вид. Все мы хотим быть гармоничными, красивыми, и прикус именно создает вот этот наш образ. И дуже сильно вболіваємо, коли у наших дітей щось не так, і ми бачимо, і тому біжимо відразу до вас, до лікарів-стоматологів. А тому розкажіть нам, будь ласка, як ви коригуєте ці прикуси? Ну, в первую очередь, это, конечно, у нас есть свои виды коррекции, но родители должны знать, что они на это могут воздействовать и правильным кормлением, положением ребенка во время кормления, пока он еще грудничковый. Не должна быть голова сильно закинута наверх, либо наклонена назад, потому что положение нижней челюсти играет роль в этот момент. Особенно это касается при искусственном вскармливании. При естественном эти моменты уходят сами собой. При искусственном это играет роль. Поэтому и соска должна быть подобрана правильно, и отверстие в ней должно быть не такое, чтобы легко вытекала туда смесь, а чтобы ребенок работал челюстью, выдвигал ее и мышцы. Специальные пустышки? Да, конечно, существуют специальные пустышки, но их надо суметь подобрать, потому что все равно все детки разные, у всех разная наследственность, и все детки разные, поэтому надо подобрать пустышку. И если мама видит, допустим, что не 15-20 минут длится кормление, а за 5 минут ребенок уже все выпил, проглотил, конечно, тут что-то надо подумать насчет пустышки. Это даже не зависит от количества смеси в бутылочке. Это первое. Второе, что это, конечно, подушка, высота подушки, потому что если ребенок спит на сильно низкой подушке, у него будет голова запрокинута, и челюсть нижняя будет отходить назад и способствовать развитию дистального прикуса. Если же подушка сильно высокая, то голова у него задрана наверх, и тогда нижняя челюсть выходит вперед и способствует развитию мезиального прикуса. Кроме того, конечно, то, что мы уже говорили, соска-пустышка вовремя должна быть убрана из обихода. Эмоциональное, психологическое должно быть у ребенка состояние родителями отслежено. Тобто це ті речі, які мають робити батьки? Конечно, конечно. Это то, зачем должны следить родители. Ну, а уже позже, когда уже после 4, после 5 лет приходят родители и уже обращают внимание различные виды аномалий каких-то, вот тогда уже вступают в действие ортодонты. И у нас есть разные приспособления для того, чтобы убрать вредную привычку соски-пустышки, а также сосание языка. Есть так называемые вестибулярные пластинки. Ортодонт может назначать их, это может назначаться и раньше, не 4-5 лет, а когда это нужно уже убирать пустышку, и если не могут родители справиться без вот этих приспособлений. Кроме того, есть так называемый преортодонтический тренер. Это тоже профилактическое, это не лечебное мероприятие, но оно способствует и правильному дыханию, и правильному положению языка, что немаловажно, и для артикуляції. Вот это то, що назначає ортодонт. А скажіть, будь ласка, таке питання. Дуже часто бачу, що діти ходять в брекетах. Для чого вони потрібні? І зараз існують їх дуже багато видів, такі гарні, будь-якого кольору. Для чого це? Це якісь спеціальні мітки? Чи це для того, щоб дитині було приємно? Нет, это определенный этап, который выравнивает зубы, воздействует на челюсти, можно воздействовать на рост челюстей с помощью. Это просто инструмент, с помощью которого ортодонт работает не только с зубами, но и с челюстями этого ребенка, подростка, человека. Но это не единственный метод лечения, и он начинается уже после того, как сформировался постоянный прикус, а до этого у нас еще есть до 11 до 12 лет много времени, когда тоже много можно помочь ребенку, и многое должен ортодонт сделать для того, чтобы максимально, даже если не уйти от ношения брекет-системы, то подойти с максимально хорошей уже обстановкой во рту для работы дальнейшей, для хорошего результата, долгосрочного результата.
Зрозуміло. А коли мама вперше повинна привести дитину до стоматолога? З прорізуванням зубів чи потім? Та багато хто думає, що молочні зуби взагалі не потрібно лікувати. Так це чи ні? Давайте спитаємо у наших колег. Посещать стоматолога нужно с того момента, как появились зубы. То есть, как только мама увидела первый зуб у ребенка, вот желательно уже прийти к стоматологу для того, чтобы стоматолог рассказал об уходе за зубами, о том, как следует посещать стоматолога. Педиатр тоже принимает участие в здоровье зубов ребенка, потому что все-таки до того, как прорезался зуб, или как только прорезался первый зуб, это может увидеть и педиатр. Вот. И, как правило, часто педиатр говорит о том, что мама должна с ребенком пойти на консультацию к стоматологу. Если нет, то мама сама должна знать сроки появления первых молочных зубов у ребенка. Это, как правило, 5-6 месяцев. Вот. Придя к стоматологу, стоматолог проведет осмотр, даст определенные рекомендации. Вот, после которых мама, следуя им, попробует поддерживать здоровье зубов ребенка в порядке. Детки, которые имеют проблемные зубы и которые прошли уже полный курс лечения, полную санацию, обычно приходят к нам на прием каждые 3 месяца для профилактического осмотра и устранения, возможно, каких-то возникших новых проблем. Дети, которые имеют здоровые зубы, приходят на прием каждые 5-6 месяцев, тоже профилактически. Кому-то требуется фторирование, кому-то требуется герметизация фиссур. В тот момент, когда появились уже постоянные зубы, обычно это возраст 5-6 лет, вот, кому-то требуется простая профилактическая гигиена. И опять же, коррекция в уходе, объяснение правильной чистки зубов, вот, беседа с родителями о правильном питании, вот, и опять же, о контроле за полостью рта у ребенка. Практически каждый день на повседневном приеме детский стоматолог сталкивается с тем, что приходят родители, которые жалуются на то, что ребенок не спал ночью, у ребенка отек щеки, ну, опухла щека, вот, ребенок отказывается от еды. Вот, был когда-то даже у нас случай, когда мама привела на лечение очень худенькую девочку, 4 лет, зубы были в плохом состоянии, вот, такого ребенка пришлось лечить под анальгоседацией. После того, как ребенок был пролечен и через месяц осмотра, вот, ребенок пришел поправившийся, с розовыми щечками, мама со слезами сказала о том, что ребенок ей только недавно признался в том, что она не ела, потому что у нее болели зубы. Вот. То есть вот такие ситуации. У детей есть точно такие же корни, есть точно такие же нервы в зубах, как и у взрослых. А каждый взрослый знает, что такое зубная боль. Олена, скажите, будь ласка, чи згодні ви з думкою нашого колеги? Практически да. Единственное, хотелось бы мне кое-что добавить, что первое посещение стоматолога нужно делать до 14 дней от роду, потому что нужно проверить уздечки. Уздечки преддверия полости рта и уздечку языка. У детей, у которых уздечки очень мощные, очень короткие, они плохо присасываются к соску матери, они плохо берут грудь, они не наедаются, они заглатывают много воздуха, потом они срыгивают, а сигнал в центральную нервную систему поступил, что желудочек наполнился полностью, и ребенок больше не кушает. Поэтому они очень плохо набирают вес. Дабы этого избежать, следует проконсультироваться с хирургом-стоматологом. Это первое. И хотелось бы добавить, что момент прорезывания зубов, это от 6 месяцев, начиная, как говорила Елена, нужно каждых 3-4 месяца появляться у стоматолога, потому что необходимо знать, как правильно ухаживать за зубками, которые прорезаются,
Что можно разрешать ребенку жевать, что нельзя, это тоже очень важный момент. Скажите, пожалуйста, а что такое пляшковый каріес, про який так багато пишуть на обгортках с чаем и соком? Вот как раз плавно мы к этому и подошли. Ребенок, который хорошо питается и берет мамину грудь, ничего не страшно. Они наедаются за день, ночью они не едят, спят себе спокойно и утречком опять начинают кушать. Момент, когда начинают прорезываться зубки, дети беспокоятся, и мама решает, что ночью нужно ребеночку покушать еще. Как мы все знаем, засыпая, у человека все процессы замедляются, и, естественно, замедляется слюноотделение. Это и у детей, и у взрослых, у всех одинаково. Когда ребенок ночью покушал молочную смесь, либо пососал мамину грудь, остатки молока остаются. Ну, мы каждый понимаем, что когда человек сосет, то язычок находится снизу под соской, предохраняя зубки нижние, если они уже прорезаются. А верхние зубы остаются как раз вот в этой гуще молочко или смесь. Поле боевых дей, так? Да, самое такое. И ребенок засыпает, самоочищение, слюна густая, ночью меньше вырабатывается, самоочищение не происходит, и все это начинает, грубо говоря, закисать. Происходит реакция слюны, она смещается в кислую сторону. Кислоты, естественно, разъедают эмаль, и так несовершенную, потому что после прорезывания зубов, коллега не даст соврать, еще в течение полугода-года идет минерализация эмали. Что такое минерализация эмали? Мы получаем из слюны все те минералы необходимые, чтобы не портилось, чтобы зуб не портился. А ситуация как раз, когда слюна становится более кислой, она не дает возможности этим минералам мигрировать из слюны в эмаль. Ну, естественно, зубы портятся. И они портятся, как правило, верхние, центральные, боковые резцы. 4 этих зубчика, иногда даже клыки. Как у вас это так логично по полочкам? Очень просто. Все, природа настолько проста и уникальна, что... Ви знаєте, мене як дорослого лікаря завжди турбувала така думка, як ви можете домовлятися з цими маленькими пацієнтами? Це ж така, ще одна, треба мати ще один диплом психолога або психіатра. Які у вас існують такі стоматологічні фішки, що вам майже завжди здається з ними домовитися? Да, дійсно, не завжди, звісно, але... В первую очередь я хочу сказать, что детскими стоматологами могут работать только те люди, которые очень, очень любят детей, которых не раздражает крик, капризы или еще что-то. Ну, работая длительное время с детьми, конечно, каждый себе нарабатывает какие-то свои фишечки, свои подходы к детям. Естественно, самое главное – это получить бонус доверия ребенка. Если мама впервые идет к стоматологу, и папа, мама дома ахают, боже мой, завтра идем к стоматологу, бабушка подключается с дедушкой, это кошмар, что будет дальше? Ребенок все это слышит, он может не стоять рядом, но он все слышит. И всю ночь этому ребенку будут сниться кошмары про этого жуткого стоматолога. Он придет, только дверь откроется, и начинается, конечно, скандал. Тобто тут проблема домовитися не тільки з дитиною, а ще з її батьками та родичами, так? Да, я хочу воззвать ко всем родителям, чтобы разговоры о том, что стоматолог – это плохо, это страшно, это больно, никогда при ребенке не велись. Это первое. Второе, не стоит говорить, что мы идем к зубному врачу. Врач уже у ребенка настороженность. Врач – это уколы, это белый халат, это мало ли, это там что-то еще, какие-то неприятные манипуляции. Поэтому проще говорить, идем к стоматологу. Это здорово, все ходят, всем нужно, это необходимо. Если такая подготовка дома с ребенком проводится, то проблем обычно не возникает. Ну, если возникают проблемы, стоит поинтересоваться жизнью этого ребенка, у них тоже жизнь. Стоит поинтересоваться его друзьями, его недругами, с кем он дружит. Ребенка отвлечь от манипуляции. Мягко объяснить, что мы будем делать, и ни в коем случае не обманывать. Мы можем бормашину называть пчелкой, как угодно, жужжалкой, ветерочком,
И ребенок подключается к этой игре, и когда он уже подключился к игре, уже проще с ним разговаривать. Конечно, какие-то еще маленькие сувенирчики от стоматолога, если есть возможность с родителями заранее договориться, чтобы они какой-то маленький сувенир принесли с собой и незаметно передали доктору, который потом подарит это как от стоматологической феї или от зубной феї. Ну, от такі маленькі сьогодні. Зрозуміло. Олено, а як ви, лікар-ортодонт, домовляєтесь із вашими пацієнтами? Ну, у мене головне – це ж красота. Тому, коли вже приходять ко мені пацієнти, ми вже починаємо… Вони з 4 років всі хочуть бути красивими. Так, всі хочуть бути принцесами, всі хочуть бути красивими. Є, звісно, такі пацієнти, які, особливо підростковий возраст, коли у них йде процес на все, і в тому числі і на лікування, вирівнювання зубів. Звісно, в цьому випадку приходиться дійсно вести себе як психолог більше, а не як врач, и сначала поговорить с ребенком для того, чтобы без помощи тяжело работать, даже несмотря на то, что есть такие новейшие приспособления, как брекет-система, которая многое выполняет действия независимо от желания ребенка. Но когда ребенок помогает, все проходит намного лучше и быстрее. Безболісна стоматологія – це слоган чи реклама? Та чи використовують наші лікарі анестезію для того, щоб полікувати наших дітей. Та що таке медикаментозний сон? Ми питали ще у одного нашого колеги. Давайте подивимось. Фішка його в тому, що ребенок просто спить, і стоматолог проводить лічення. Обычно цим процесом управляє анестезіолог. І требує така процедура підготовки определенної. То есть это и определенная сдача анализов, и определенная подготовка ребенка к этой процедуре. Вот. Она заключается в том, что просто ребенок не ест несколько часов до процедуры, вот, и не пьет. Когда ребенок приходит на прием, дальше уже работает с ним анестезиолог в этой области. Ребенку подается либо газ, да, если это метод с газом, вот, либо другой препарат, от которого ребенок усыпает. И в этот момент можно проводить лечение. Если во время работы с газом ребенок все-таки может быть относительно в сознании, он даже может отвечать на вопросы, вот, или реагировать на какие-то команды, то во время процедуры, когда проводится внутривенная, препарат, тогда ребенок полностью спит. То есть тут уже ребенок более контролируемый в плане лечения, потому что есть дети, которые, на которых газ не действует. То есть они настолько возбуждены, что в какой-то момент действие газа может прекратиться, или они могут отказаться даже под действием газа от лечения. Поэтому в зависимости от психического состояния ребенка все-таки подбираются разные методы седации. В категории особых детей это зачастую единственный метод качественного и вообще лечения. Вот. И этот процесс всегда подготавливает все-таки анестезиолог. Обязательно консультация такого ребенка у анестезиолога перед проведением процедуры. Поэтому всегда таких детей ведут и анестезиолог во время лечения, и стоматологическая команда. Олена, скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви медикаментозний сон у своїй практиці? Я работаю в государственной поликлинике. Медикаментозный сон и седацию мы пока не используем, мы используем анестезии. Для медикаментозного сна и седации мы направляем деток в институт стоматологии. Но перспектива есть, мы собираемся ввести этот метод лечения и у себя в поликлинике. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Олена, а вы використовуєте? Нет, в моей практике мне это не надо. Но действительно, работая все равно с детьми, я им рекомендую это использовать. То есть вы с ними домовляетесь, так? Да, да, да. Когда для этого есть показания, я рекомендую и объясняю родителям все риски, которые ведет за собой лечение без медикаментозного сна и лечение с медикаментозным сном. А вы за или против? Все по показаниям.
Тобто, якщо існують конечно, я уговариваю родителей, бывает, пойти на то, чтобы пролечить ребенка во время медикаментозного сна. Олена, ви за чи проти? Конечно, я тоже за, потому что есть состояние детей настолько психоэмоционально неуравновешенное, что лечение без медикаментозного сна может нанести колоссальный вред. У ребенка наступит блок, и он никогда не захочет лечить зубы больше. Поэтому, дабы этого избежать, и просто, чтобы у ребенка не оставалось... Залучитесь чарівною стоматологічною феєю. Совершенно верно, да. Лучше сделать это по показаниям под медикаментозным сном. Зрозуміло. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми з вами розмовляємо про щасливі дитячі усмішки. Ми вже з вами дізналися, до чого може призвести неправильний прикус та що таке карієс. У наступній частині нашої програми ми з вами поговоримо про лікування. А зараз невелика реклама. Тема нашого сьогоднішнього ефіру – дитяча стоматологія. Ми вже з вами дізналися про те, що таке неправильний прикус та що таке карієс. А зараз давайте поговоримо про лікування. І третю частину нашої програми я б хотіла розпочати з коментарів наших колег про сучасні методи лікування каріозних зубів. Давайте подивимось. І фторірування, і герметизація являються методами профілактики. Герметизация применяется тогда, когда есть особое строение зуба, вот, и это может решить только врач, нужен такой метод или нет. По сути, он заключается в том, что жевательную поверхность зуба заливают специальным материалом, который как бы сглаживает фиссуры или вот естественные неровности на нашем зубе. Фторирование, ну, все знают о методе фторирования, это когда, собственно, смазывают фтором зуб. Опять же, многие родители должны понимать, что метод фторирования мы используем тогда, когда зуб цел. То есть у нас есть пятна на зубе, вот, либо их еще нет, вот, но в силу возраста это фторирование показано. Многие родители... приходя с половинным отсутствием зуба у ребенка, требуют, чтобы ему просто профторировали, потому что ребенок маленький, и они понимают, что он не даст запломбировать. То есть они сразу должны понимать, что простым методом профилактики вылечить нельзя. Ну, то есть это два способа, исключающих друг друга. Олена, скажіть, будь ласка, чи згодні ви з думкою нашої колеги щодо лікування зубів? Та хотілося б почути вашу думку як профільного спеціаліста. Я согласна з колегою, виступившою переді мною. Фторирование и герметизация фиссур – это действительно профилактическая мера, а не лечение. Но оно очень действенно и очень необходимо. Мы говорили о том, что первые молочные, когда выпадают молочные зубы и прорезываются первые постоянные зубы, эмаль еще не совершенна. Поэтому в этот период очень важно, особенно шестые зубы, которые впервые прорезаются в 6 лет, это первые постоянные зубы одни и на всю жизнь. Очень важно посмотреть на впадинки вот эти на зубчиках, естественные впадинки, которые называются фиссурами. Как правило, минерализации не хватает, и мы применяем метод либо фторирования, либо герметизации фиссур. Он очень действенен. То есть эти зубы будут очень долго человеку служить, ребенку и впоследствии взрослому человеку, и не дадут развиться в этих впадинках вот тому кариусу, о котором мы говорим. Но ни в коей мере, совершенно точно сказала коллега и подчеркнула, это не является лечением. Поэтому это нужно понимать. Приходить нужно до того, как зубки заболели. А как вы их лікуєте? Лечим, как и все остальные зубы и у взрослых. Препарируем, ставим пломбы. Препарируем – это жужжим на машинке. Если совсем никак не удается, мы можем и ручным методом препарировать. Существует такой у нас инструмент, как экскаватор, жуткое название. Мы можем им почистить полость. Да. Мы можем им почистить, отпрепарировать полость. Но нужно тогда родителям объяснять, и родители должны понимать, что ручным методом настолько невозможно сделать так, как нужно, чтобы пломбы не выпадали. Да? Это метод...
такой временный привыкание к доктору. Также сейчас очень много применяется стоматологических материалов для детей, которые содержат в себе фтор. Они могут приостановить острый процесс и перевести его в хронический. То есть что мы этим можем достигнуть? Этим мы можем достигнуть того, чтобы осложнение не наступило. То есть не наступил пульпит воспаления нерва и, как далее, осложненный периодонтит. Это воспаление, когда зуб переходит на окружающие его ткани, и зуб приходится удалять. Зрозуміло. Тобто ви, як і всі лікарі, за профілактичну медицину. Обязательно. Добре. Олено, а скажіть, будь ласка, чи потрібно робити протезування молочних зубів? Да, конечно. Это очень важно. И главное это делать вовремя, потому что очень часто теряются передние молочные верхние зубы. И тогда у ребенка начинаются проблемы с артикуляцией, с правильным проглатыванием пищи. И это все опять же приводит к изменению нормального прикуса в сторону патологического. Поэтому протезирование, если ранняя потеря произошла, должно быть обязательно. Если же ребенок теряет в дальнейшем боковые зубы, это тоже сказывается на прикусе. Ребенок начинает смещаться зубчики на свободное место, и из-за этого нет возможности выйти потом постоянному зубу. Происходит и задержка прорезывания потом постоянного зуба. Поэтому протезирование очень важно, и это надо делать. Если зуб потерян, его надо заместить. Зрозуміло. Олена, ми з вами вже почали трішки розмовляти про профілактичну медицину. І зараз давайте поговоримо більш детальніше про профілактику та гігієну ротової порожнини. Скажіть, будь ласка, з якого віку дитина має починати чистити зуби та якими зубними пастами, а зубними щітками ми маємо користуватися? Допоможіть нашим батькам. Самостоятельно дитина має приступити до чистки зубів з 3 років. До этого не значит, что ребенку не нужно чистить зубы. До этого ему помогают сначала сами родители это делают, а потом просто помогают ребенку. То есть к чему я веду? Прорезались зубы, и первые зубчики внизу прорезались, 2 центральных резца, уже необходим уход за полостью рта. Какой? Мы даем деткам маленьким грызунки всяческие. Вот эти грызунки могут выглядеть как щеточки. Силиконовые щеточки. Ребенок будет грызть, ему будет приятно, потому что он чешет свои деснышки, ему легче от этого и уменьшается боль. А родители, в свою очередь, надевая эту щеточку на пальчик, есть в комплекте продаются 2 щеточки для папы и для мамы. На пальчик мамин и на пальчик папин. И родители без применения каких-либо гигиенических средств просто могут очищать поверхность зубов. Это до какого периоду? Это до возраста 2,5 лет. До 2 даже. Часто? Часто нужно, часто. Особенно перед сном и утром обязательно это делать. Если что-то ребенок поел, печенье пожевал, булочку, оно же все остается во рту, опять почистить, то есть не лениться. Иногда родители не могут, допустим, там приобрести эту щеточку, этот напальчник силиконовый. Можно элементарно чистой ватой на пальчик намотать и водичкой и очистить поверхность зубов. Это тоже возможно и нужно делать. Третье, когда ребенок покушал, учить его полоскать ротик. Обязательно учить водичкой полоскать ротик, хотя бы простой водичкой. Но родители, как правило, как маленькие обезьянки, подражают родителям. То есть, если родители это делают, ребенок обязательно будет повторять вместе с мамой, вместе с папой в качестве игры. Щетки нужно применять с 2,5-3 лет. На каждой щетке теперь уже все очень просто. Берем щеточку в руки, читаем, с какого возраста, и начинаем работать. Сразу же скажу, что щетки нужно менять через 2-2,5-3 месяца. Они приходят в негодность, они обрастают всякими микробами и всем остальным, чтобы сберечь чистоту полості рта, її потрібно поміняти. Ви знаєте, коли я заходжу до магазину купити для своєї 4-річної дитини зубну щітку, я бачу дуже багато варіантів, які написано від 4 років. А як правильно вибрати зубну щітку для своєї дитини? Якісь критерії існують чи ні? Ну, як правило, ми дітям до 6 років рекомендуємо м'які щітки. Це можуть бути силиконові, це можуть бути щітки з синтетичною щетинкою.
Почему мы рекомендуем синтетическую щетинку? Потому что натуральная щетина имеет поры, как любая волосина, и там остаются, естественно, все ненужное, что не нужно возвращать в рот. Когда синтетическая щетинка, она чистенькая, гладенькая, почистили зубки, помыли мылом, сполоснули и поставили в стаканчик. Почему мы рекомендуем мягкие щетки деткам? Для того, чтобы не царапалась эмаль. Эмаль в молочном прикусе еще не такая совершенная, не такая прочная, как в постоянном. Поэтому учиться нужно на мягких щеточках. Потом нужно обязательно правильно чистить зубки, не со стороны в сторону, а рисовать кружочки. То есть по всем этим вопросам нужно обращаться к стоматологу, и правильно на модели доктор все покажет в зависимости от возраста, от характера и строения зубочелюстной системы ребенка, все подскажет. Зрозуміло. А зараз давайте також послухаємо поради нашого колеги-стоматолога щодо профілактики. Классический метод профилактики – это домашняя гигиена, это чистка зубов. Лучше этого не придумали еще ничего. А также обязательный регулярный поход к стоматологу. Если дома отсутствует гигиена полости рта, то ни о каком здоровье зубов мы не можем говорить. Мануальными навыками развитыми считается тот момент, когда ребенок уже идет в школу и научен писать. То есть с этого момента ребенок может чистить зубы самостоятельно. До 6-7 лет обычно родители чистят зубы ребенку, вот, и проверяют качество чистки. Соответственно, если нужны какие-то дополнительные методы чистки и дополнительные средства для чистки, этим все-таки пользуются родители. Вот, ребенку все это показывается. Ребенок может сам поиграться, особенно если это детский возраст, зубной щеткой, тем более сейчас их очень большое количество с всевозможными формами и консистенциями, цвет. То есть это фактически игрушка. Ребенка заинтересовывают таким образом чистки зубов. Ребенка также можно подвести к зеркалу, показать, насколько у него белые зубы, потому что дети не всегда даже осознают, что у них есть улыбка или у них есть зубы. Вот, им можно это показать. Можно также показать каких-то мультипликационных героев, киногероев, обратив внимание на их улыбку и на белоснежность зубов. Дети таким образом мотивируются. Твердая пища, которая является, ну, каким-то естественным очистителем зубов, особенно если нет возможности где-то ополоснуть рот ребенку. То есть это морковь, яблоко и какие-то еще твердые фрукты и овощи. Олено, а скажіть, будь ласка, чи потрібно дітям полоскати рот якимись додатковими засобами? Маленьким дітям ми не рекомендуємо дополнительних ніяких средств. Достаточно того, чтобы это была чистая вода, паста и качественная щеточка. Чем старше становятся детки, безусловно, это можно использовать. Как правило, в период смены зубов, ближе к постоянному прикусу, можно использовать нитки в постоянном прикусе, флосы, так называемые нитки, которые очищают межзубное пространство, где чаще всего скапливается пища. Ну и, конечно, тогда можно уже и ополаскиватели любые использовать. Зрозуміло. Олена, а скажіть, будь ласка, чи має якусь роль харчування у стоматологічному здоров'ї дитини? Конечно, и мы уже говорили на протяжении нашей беседы об этом, что сбалансированное питание играет очень большую роль с самого рождения ребенка, потому что все, что с собой может вести рахит, недополучение каких-то витаминов, оно все сказывается на наших зубах, а значит потом и на прикусе. В том числе высокое содержание глюкозы в каких-то продуктах, это тоже отражается на твердости эмали и потом дальнейшем развитии кариеса и его осложнений.
Кроме этого, согласно с сюжетом, который вы нам показывали, что яблоки, твердая натуральная пища, играет большую роль. И если желательно чистить зубы, возможно, даже после каждого приема пищи, очищать мягкий налет, который остался после приема пищи. Но не всегда у нас есть эта возможность. Яблоко является естественным очистителем. Вы откусываете яблоко твердое, и снимается уже мягкий налет. Поэтому, кроме того, что вы полезный продукт употребляете, еще и происходит естественное очищение зубов. Скажите, пожалуйста, все наши дети люблять смаколоки. Скільки можно с вашей стоматологической точки зору? Ну, нельзя как бы тут ограничивать, все индивидуально, конечно. В большом количестве не рекомендуем мы это употреблять. Все дальше смотрится, опять же, от наследственных факторов. У кого-то больше восприимчивость, у кого-то меньше восприимчивость. Кто-то, кроме этого, любит все-таки яблоки погрызть еще после этого, и у него будут меньше подвержены зубы воздействию кислот. Зрозуміло. Ми також записали поради від психолога щодо страху дитини перед лікарем-стоматологом. Давайте подивимось. Дуже важливо знайти якесь взаємодійство, вистроїти якесь взаємодійство і перейти к рішенню непосредственно тих задач, які стоять. Ну, наприклад, страх. Страх перед стоматологією, беспокойство, приготовление, какие-то различные волнения, которые выходят за рамки обычных или приемлемых в той или иной ситуации. И тогда, может быть, можно выработать какую-то непосредственную стратегию, способ взаимодействия с тем, чтобы получить тот ожидаемый результат, то ли в виде спокойствия, то ли в виде радости от встречи со стоматологом, то ли в виде других каких-то результатов, видимых как для родителей, так и для детей. Страх – это естественная ситуация, через которую важно проходить, особенно в детском возрасте, где как бы проходя через различные кризисы, кризисные восприятия, человек становится крепче, здоровее и в психологическом смысле, и в смысле психологического благополучия. А те или иные мысли могут стать некоторым объектом, который можно менять, который можно предлагать, который можно совершенствовать. Конечно же, эти мысли касаются, наверное, врача в данном случае, если мы говорим об этой проблеме. Во многих других случаях это многие другие проблемы. Но если мы сдвинули фокус внимания именно сюда, то говорим о враче, о ситуации ожидания прихода к походу к зубному врачу, о ситуации, которые происходят на приеме у зубного врача или во время, когда зубная машинка или там тот прибор, при помощи которого врач оказывает воздействие в виде сверления, приближается к своему лицу, да, к лицу ребенка. Вот на уровне мышления мы можем здесь обнаружить целый спектр различных усилий. И, конечно же, рациональное коммуницирование, здоровое, где вряд ли должно быть какое-то искусственное и ложное подбадривание, где, скорее всего, обращение к своему ребенку, как к взрослому, где укрепление этой взрослой части, которая формируется, которая еще, наверное, недостаточно хорошо сформировалась и очень часто может идти по каким-то более устаревшим, что ли, формам адаптации. Важный период, естественный период, дети в любом состоянии проходят его и так или иначе взрослеют, испытывая те или иные сложности. Важно, чтобы рациональная часть была крепкой, здоровой, и поэтому из различных способов оказания какого-то влияния тех близких людей, которые находятся возле детей, влияние родительское, рациональное было бы очень уместно. Конечно же, здесь есть и индивидуальные, опять же, какие-то обстоятельства, где и игра, и рисование, и другие процессы могут приводить к тем или иным результатам, к необходимым результатам, к результатам, которые видит и ребенок, и к результатам, которые важны для родителя. Я щиро вдячна нашим лікарям за таку гарну розмову та за такі поради. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у нас із вами у студії були Олена Приступ, лікар-ортодонт першої категорії, дитячий лікар вищої категорії державної та приватної клінік, лектор приватного учбового центру, та Олена Шапіро, лікар-стоматолог дитячої вищої категорії, звідуючи дитячим відділенням стоматологічної поліклініки номер 5 Одеської міської ради, член Асоціації стоматологів. До нових зустрічей! Під
під час старіння організму кістки стають менш щільними і більш крихкими. Виснаження кісткової тканини підвищує ризик переломів. Іспанські вчені вважають, за допомогою раціону і тренувань можливо загальмувати гормональні та вікові зміни. Експерти радять регулярно виконувати вправи з опором і включити в раціон продукти з вітаміном D. Даний вітамін відповідає за засвоєння кальцію. З цієї точки зору користь для кісток несуть натуральні молочні продукти без цукру, зокрема йогурт. У ньому є кальцій і вітамін D. Яйця – чудове джерело вітаміну D, білка, а також вітамінів А, Е, Д, В12, В6, В2, В1 і фолієвої кислоти. Щодня рекомендується з'їдати по яйцю. Серед консервованих продуктів слід звернути увагу на рибну продукцію. Це можуть бути сардини з заправкою з оливкового масла, анчоуси або тунець. Тут можна знайти кальцій, вітамін D, жирні кислоти, омега-3 і білок. Для кісток серед рослинних продуктів на перший план виходять кольорова капуста, горох, мигдаль і авокадо. Прослуховування музики і гра на музичних інструментах допомагають людям, які пережили інсульт. Відбувається це за рахунок стимуляції головного мозку і поліпшення настрою. Дослідження, що проводилося в лікарні Аденбрука в Кембриджі, показало, гра на клавішних, барабанах та ударних інструментах, а також на iPad, піднімала настрій і допомагала зосередитися. Сеанси неврологічної музичної терапії також допомогли з реабілітацією, моторика рук поліпшувалася. А відомо, що внаслідок інсульту можливе виникнення цілого набору дисфункцій. Часто виникають почуття гніву, тривоги або депресії. В рамках дослідження сеанси музичної терапії проводилися поряд з традиційним лікуванням, фізіотерапією, працетерапією, заняттями з логопедії та клінічної психології. 177 пацієнтів взяли участь у 675 сеансах музичної терапії протягом 2 років. Музична терапія виявилася корисною або дуже корисною в середньому для 139 пацієнтів, родичів і персоналу лікарні. У 52 пацієнтів відразу після сеансу терапії спостерігалося поліпшення настрою. Про позитивну динаміку заявили і логопеди, які працювали з пацієнтами. Тель-Авівський університет представив унікальні контактні лінзи для людей, які страждають на дальтонізм. Йдеться про випадки дейтеранопії – різновиди колірної сліпоти. Це відхилення частіше зустрічається у чоловіків і пов'язане з тим, що фоторецептори сітківки, що відповідають за чутливість до зеленого кольору, реагують на кольори з жовто-червоної частини спектра. Є окуляри, що коригують сприйняття кольорів. Але нові лінзи відрізняються великою зручністю. Вчені створили ультратонкий оптичний елемент, який можна імплантувати в звичайні лінзи. Підсумок – елемент одночасно коригує сприйняття кольорів і поліпшує зір при аномаліях та порушеннях фокусування зображення на сітківці.